Итак, всем привет, Суринам, меня зовут Роман. Последние новости из Суринама на русском языке. У нас на сегодняшний день 10 подтвержденных случаев, 106 находятся в больничном карантине и 565 находятся на домашнем карантине. Хотел бы рассказать о интересном нововведении, которое делают власти Суринама. Власти Суринама приступили к репатриации своих граждан из разных регионов планеты, из разных стран. Очень молодцы, но многие граждане недовольны. И также было замечено, что люди, прибывающие на самолетах, не соблюдают карантин. Поэтому что было предпринято? Была введена новая процедура, согласно которой перед тем, как граждане желают быть возвращенными обратно в Суринам, они должны зайти на сайт covid19.sr и зарегистрироваться. При этом в форме регистрации присутствуют новые поля, скажем так, новые определенные пункты, которые, когда гражданин заполняет, он отмечает, желает ли он при прибытии в Суринам, желает ли он воспользоваться государственным карантином, то есть отправиться в больничный карантин, вот, либо он желает на домашний карантин. При этом, если он желает поступить на домашний карантин, на собственный, то он подписывает контракт. Вот, соответственно, в этом поле он отмечает, что он согласен подписать контракт. В этом контракте предусмотрена определенная плата за услуги по наблюдению за ним, чтобы он не нарушал карантин. То есть человек, который прибывает и желает остаться на домашнем карантине, он должен заплатить определенную сумму человеку, который будет следить за ним. Блин, неожиданно, считаю, очень прикольное такое нововведение. Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться. Будут новости, еще сообщу. Пока-пока.